Польша и Украина намерены остановить реализацию проекта «Северный поток-2», по которому газ из России должен был поступать в Германию. На встрече в Киеве президенты двух стран заявили, что новый российский проект не несет для Евросоюза никакой экономической выгоды, а является исключительно политическим. Это не экономический или бизнес-проект. Это проект политического характера, который является существенным вмешательством в вопросы энергетической безопасности наших стран, и поэтому для нас он неприемлем. Мы будем поднимать этот вопрос в рамках всех существующих форумов. Я благодарен президенту Украины за то, что он добавил свой голос к тем, кто выступает против. По моему мнению, это вредная инвестиция для Евросоюза. Строительство нового газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Польши поддерживают влиятельные члены правительства Ангелы Меркель. В Берлине уверяют, что это чисто коммерческий проект, который никак не связан с политикой. Против «Северного потока-2» выступил ряд стран ЕС, включая Словакию и Италию. В частности, в Риме заявили, что сделка по прокладке трубы противоречит санкционной политике Евросоюза. Могущественная Германия ставит свои экономические потребности выше коллективной дипломатии блока, возмутились в Риме. Таким образом, есть большая вероятность того, что Северный поток будет похоронен, так же, как и Южный поток. Добавлю, что сегодня же в Киеве было объявлено о том, что Польша откроет для Украины кредитную линию в размере 1 миллиарда евро. Об этом по итогам встречи с польским коллегой рассказал президент Украины Петр Порошенко.